Тыква, конечно, не панацея от всех болезней, но она действительно очень полезна для нашей иммунной системы, глаз, волос и сердца. Тыква поможет даже в том случае, если у вас бессонница. Эта большая оранжевая ягода полна витамина С, который стимулирует выработку белых кровяных телец и укрепляет иммунитет. В тыкве, как и в моркови, содержится много каротиноидов. Они полезны для глаз, а также защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Если вы будете есть тыкву каждый день в течение месяца, вы заметите, что волосы станут более блестящими. А все потому, что ягода богата минералами, которые эффективнее любой маски для волос. Тыква также поможет тем, кто подолгу лежит по ночам в постели и не может заснуть. Но в этом случае надо есть не сам плод, а его семена. В них содержится аминокислота под названием триптофан. Она преобразовывается в серотонин, один из гормонов счастья, который позже превращается в мелатонин, гормон сна. Исследования показывают, что употребление небольшой горсти миндальных орехов в день помогает похудеть. Эти орехи также богаты витамином Е и оберегают организм от всевозможных инфекций в зимнее время. Только не переедайте! Одной горстки более чем достаточно. Не съедайте больше 8 или 10 миндальных орехов, иначе есть риск отравиться. А если вам надоело страдать от сезонных простуд и гриппа, похрустите морковкой. Как и тыква, морковь богата витамином А и С, которые просто необходимы нашей иммунной системе. Но не рассчитывайте, что морковь поможет избавиться от очков. Морковная диета не возвращает остроту зрения. Это всего лишь миф. Тем не менее, антиоксиданты, которые содержатся в этом овоще, помогают защитить глаза от вредного света. Если вы обожаете пасту, не переживайте, в этом нет ничего плохого. Во-первых, в макаронных изделиях содержится не так много жиров. Во-вторых, паста хорошо насыщает, и вам не хочется лишний раз перекусывать. Однако угроза может таиться в соусе. Выбирайте заправки, не содержащие майонез, а саму пасту – цельнозерновую. В списке вредной пищи есть и другие продукты, которые можно есть без зазрения совести. Попкорн богат клетчаткой, которая насыщает и благотворно влияет на работу кишечника. Кроме того, ваше любимое лакомство может помочь сбросить пару килограммов, поскольку в нем содержится, на удивление, мало калорий. Что еще удивительнее, попкорн прекрасно снимает стресс. Ситуации, которые выводят вас из эмоционального равновесия, наносят вред телу на клеточном уровне. Антиоксиданты в попкорне помогают устранить ущерб. Но не переборщите с солью и маслом. Лучше, чтобы попкорн был немного мягким. Если вы поклонник острой пищи, есть еще один вкусный способ похудеть. Добавляйте в пищу острый соус. Он придает пикантный аромат и помогает обуздать аппетит. А все благодаря капсаицину, химическому соединению, которое есть в большинстве острых соусов. Это соединение в основном содержится в перце чили. Оно снижает уровень гормона голода грелина в организме и в то же время повышает уровень гормона, который отвечает за подавление аппетита. А такие специи, как тмин и куркума, на самом деле еще полезнее, чем можно подумать. Куркума обладает мощными противовирусными свойствами и помогает бороться с воспалениями. Тмин борется с вредными бактериями, а еще он полезен для сердца. Несмотря на то, что кокосовое масло содержит плохие насыщенные жиры, они легко перевариваются, а само масло способствует снижению веса и повышению уровня энергии. Продукт помогает организму сжигать жир и обеспечивает мозг быстрой энергией. Не говоря уже о пользе для волос и кожи, смажьте лицо или волосы от корней до кончиков кокосовым маслом и увидите, как хорошо оно увлажняет. Пожалуй, M&M's не самая полезная сладость, но синие конфетки можно назвать по-настоящему волшебными. В них содержится краситель под названием «бриллиантовый синий». Некоторые исследователи полагают, что он помогает при травмах позвоночника. Считается, что с ним процесс восстановления проходит быстрее. Любите бутерброды с арахисовым маслом? У меня для вас хорошие новости. В 2 столовых ложках масла содержится всего 3 грамма насыщенных жиров, забивающих кровеносные сосуды, и около 12 граммов ненасыщенных, которые полезны для организма. Кстати, у оливкового масла точно такое же соотношение. Чтобы арахисовое масло было еще полезнее, мажьте несоленое лакомство на цельнозерновой хлеб. В обычном сливочном масле много плохих жиров, но оно помогает организму усваивать важные витамины, такие как А, Д, Е и К. Если вы беспокоитесь о лишних килограммах, покупайте взбитое масло. В нем меньше калорий. В
кетчупе содержится столько же ценных веществ, сколько и в помидорах. Он полезен для сердца, а также помогает бороться со стрессом. Да-да, дело все в тех же антиоксидантах. По возможности делайте выбор в пользу органического кетчупа. Он делается из натуральных помидоров, в которых еще больше питательных веществ. По крайней мере, так показало недавнее исследование, проведенное в Испании. И поскольку эта страна относится к ведущим производителям помидоров в мире, испанцы наверняка знают, о чем говорят. А яблочный уксус – это идеальная заправка для салатов, если вы сидите на диете. Кроме того, он снижает уровень сахара в крови. Этот вид уксуса также предотвращает порчу продуктов. Доказано, что он эффективно борется с вредными бактериями. Некоторые утверждают, что он также очищает кожу и делает ее сияющей. Но пока недостаточно научных данных, которые могут это подтвердить. В сладком картофеле содержится не так много калорий, зато он богат железом, медью и калием. А витамин В6 помогает организму вырабатывать гормон счастья серотонин. Кроме того, с ним вы получаете 120% дневной нормы витамина А, который необходим иммунной системе. Сладкий картофель также отлично увлажняет кожу и улучшает цвет лица. Обычно бактерии и пища плохо сочетаются. Кстати, вы давно проводили ревизию в холодильнике? Но квашеная капуста – это одно из исключений. Для здорового пищеварения людям нужны бактерии, но они должны быть правильного вида. Квашеная капуста помогает избавиться от вредных бактерий в кишечнике, что улучшает работу всей пищеварительной системы. А вы знали, что яичница-болтунья – своего рода суперпродукт? В яйцах содержится огромное количество витаминов и минералов. Впрочем, лучше всего есть яйца вареными. В них меньше калорий, чем в яичнице или омлете. Если же вы хотите поесть рис, покупайте бурый. Когда белый рис обрабатывается, с него удаляется шелуха, и рис полируется. К сожалению, при обработке уничтожается до 80% витамина В и других витаминов. Кроме того, в буром рисе содержится больше клетчатки, благодаря которой вы дольше сохраняете сытость. В сардинах содержится масса питательных веществ. В них много кальция и белка, но мало калорий. Белок необходим для поддержания мышечной массы и стимулирования роста мышц. Если хотите подкачаться и поддерживать мышечную массу, ешьте сардины. Кстати, они также улучшают кровоток. Анчоусы не менее полезны для здоровья. В этих крошечных рыбках полным-полно белка, кальция и омега-3. В следующий раз закажите пиццу с анчоусами. Попробуйте на пару недель заменить черный чай или кофе на ройбуш. Это растение используется для приготовления красного чая. Согласно нескольким исследованиям, он благоприятно влияет на сердце и почки. Ройбуш спасет вас и в том случае, если у вас повышенная чувствительность к кофеину. В красном чае его попросту нет. А также в нем нет калорий, поэтому он отлично подойдет, если вы на диете. Если вы до сих пор избегаете употребления в пищу темного мяса птицы, возможно, пора пересмотреть свои взгляды. Конечно, никто не спорит с тем, что белое мясо невероятно полезно. Однако в темном содержится гормон, который стимулирует переваривание жиров и белков. Мясо куриной или индюшачьей ножки также насыщено таурином, а он необходим для хорошего обмена веществ и пищеварения. Овсяная крупа богата витаминами, а кроме того, отлично подходит для похудения. В ней содержится больше питательной клетчатки, белка и полезных жиров, чем в других злаках. В общем, овсянка – один из самых полезных завтраков, который, к тому же, очень просто приготовить.